Здравствуйте! Интернет-магазин «Стеклоподъем РФ» представляет комплект электрических стеклоподъемников «Гранат» для установки в передние двери пятидверных хэтчбеков ЗАЗ-1103 «Славута», выпускавшихся с 1999 по 2011 год, и универсалов ЗАЗ-1105 «Дана», выпускавшихся с 1994 по 1997 год. В комплект входит два электрических стеклоподъемника с моторедукторами, левый и правый. Стеклоподъемники имеют реечную конструкцию. При установке электростеклоподъемника в дверь необходимо просверлить два отверстия диаметром 7 мм, согласно схеме, приведенной в паспорте. Крепеж. 4 пластины с винтом М6 и 8 гаек М6. Декоративные заглушки для установки обивки дверей в отверстия от ручки механических стеклоподъемников. Два переключателя стеклоподъемников 923709 с рамками. Жгут электропроводки для подключения. Это совмещенный жгут, предназначенный для установки двух переключателей недалеко друг от друга. На панели приборов, в центральной консоли или в облицовке тоннеля пола. Если вы желаете установить кнопки для управления стеклоподъемниками в обивку дверей, чтобы в водительской двери был блок на две клавиши, с которого водитель сможет управлять стеклоподъемниками как левой, так и правой двери, и одиночный переключатель двери пассажира, в ассортименте нашего магазина имеется такой комплект для подключения электростеклоподъемников. Спрашивайте наших менеджеров, они с удовольствием добавят его в ваш заказ. Паспорт электростеклоподъемников с инструкцией по их установке и подключению. Эти и другие стеклоподъемники вы можете купить в интернет-магазине «Стеклоподъем РФ». Заходите к нам на сайт, оформляйте покупку или звоните нам по телефону 8 800 333 1059. Каждый день с 9 до 21 часа. Звонки со всех телефонов России бесплатные. Приятных вам покупок!